Кіно на ТВ Рус. Тихо-тихо, успокойтесь, все уже позади. Здравствуйте, вы извините, что я так ворвался внезапно. Кстати, я даже не знаю, как вас зовут. Лариса. А меня Виктор. Я ведь даже еще не успела поблагодарить вас. За что? Вы же не жизнь спасли. Просто я случайно оказался поблизости. Ну как тебе не стыдно? Ты первый раз встретила его и не можешь с ним нормально познакомиться? На счастливую женщину вы тоже не похожи. Почему вы так решили? У вас в глазах тоска. Ну да, вы правы. Мне так иногда кажется, что лучше его вовсе не любить. Екатерина Редникова и Александр Дедюшко в фильме «Если ты меня слышишь». В воскресенье на ТВ Рус.